Україна сьогодні незалежна держава. Українські збройні сили покликані охороняти незалежність рідної землі, служити в ній справа честі та обов'язку. То щиро вітаємо ліцейську родину та гостей свята зі святом 25-ї річниці Збройних сил України. Це велике свято, що знаменує торжество державності та демократії, гарантує незалежність і соборність України. Тож нехай патріотизм та гордість за нашу державу додають впевненості кожному з нас у майбутньому процвітанні. Посеред Європи молода та сильна, стоїть гордо Україна, співуча і вільна. Її мова солов'їна, навіть співлунає, не увірша поема, уся співає. Це моя Україна, найдорожча єдина, вишиванки на свята, на таланти багата. Це моя Україна, весна ми білорівна. Просто когда люди остаются без жилья, я уже не говорю там работать или что, вообще без ничего погибают люди, все. У меня есть фотографии, кстати, на Фейсбуке. Есть, отдавал я печатать фотографии, где дома просто брошенные, разбитые эти квартиры, многоэтажные дома, девятиэтажные дома, там Деевка, Красногоровка. Там, где просто люди есть и погибли в этих домах, и есть просто ушли оттуда, потому что все разбито, разгромлено. Ребята, вот, которые сейчас находятся здесь, они все из зоны боевых действий, все проходят службу. Сейчас на Донбассе, на Луганщине были. В общем, там, куда им пришлось попасть, куда их определила служба. Нашу Харьковскую обладминистрацию, мы пытались поднимать на ней чужой флаг. Ну, как-то понял, что она пользуется моей помощью, не справляется с этим. Пошел изначально в Харьковскую самооборону, потом в августе 2014 года Харьковская самооборона, она пошла по третьей волне мобилизации. Уже тогда уже стало ясно, что на нашем самом напале были показательные атаки на границу, даже в нашей области, когда колонна боевой техники Российской Федерации шла прямо на границу, то есть мир начал двигаться вдоль границы. И тогда довольно много людей пошли защищаться. 92-я бригада, она в сентябре 2014 года выдвинулась на Луганский участок. Станица Луганской через город Счастье бросила Петренко. Поскольку был тогда зенитчиком, командировали пехоте какой-то на зенитную установку, то есть одностольная скорострельная пушка. Использовался сверхкрупнокалиберный пулемет. Ну, исходно война началась под станицей Луганской для меня, для моего отделения, для расчета установки. Ну что, мы освобождали город, очень много было всякой там. Скажу вам откровенно, нечисти, которая пришла, вообще не поймешь вообще с каких стран. Там были черные, бородатые, и всякие разные, иноязычные, и с Российской Федерации, то есть много было всего, честно говоря, на блокпостах. Не хочу вас пугать, но скажу, как оно было, трупов очень много разных. Скажу вам откровенно, у нас тоже, как бы, поджилки играли, потому что мы все-таки, да, сами понимаете, не веселое занятие, да, защищать родину, и приходится рисковать своей жизнью,
разные ситуации. Ну, конкретно вам скажу, за освобождение города Славянск, это 14-й год, это 3-4 июля, это высотка на Николаевке, там мы окопались, работал там снайпер, очень благодарю 95-ю бригаду, ребята нас очень радушно приняли, на тот момент они там находились уже на секундочку 3 месяца, да, вот, чтобы вы понимали. Юрий говорил, что это колонны российские техники, которые границы, играли, как говорится, мускулами. Да, вот они доигрались, они вошли, пересекли границу. Со стороны Новошахтинска работали системы залпового огня «Град» от нам. По сути, по нам. Вот. Вся Сумская Альфа легла, есть такой район, на выезде из Сославинска, Семеновка, специально такой. То есть сначала до космическая операция, более 6 рейсов. Потом это плавно, как бы незаметно для нас, да, все думали, что это все закончится, ну, максимум полгода, да, но это все затянулось теперь уже третий год. У меня это очень печально, это, ребята, очень страшно. Я уже как бы шел, у нас вообще подразделение, потому что все, в принципе, бывалые, либо сотрудники, либо бывшие спецы, вы понимаете, да, что это такое слово, то есть, которые прошли какую-то подготовку либо службу спецподразделения. Наше подразделение собиралось на базе Министерства внутренних справ. Вот. Звали его Харьков. И было три подразделения. Два батальона — это Слобожанщина, Харьков 1, Харьков 2, Харьков 2, Харьков 2, Харьков 2. Провели операцию успешно, находили уже, выводили людей, люди находились в так называемом парк-культуре, да, там был кинотеатр, вот они находились в подвале этого круга, штабы сильные минометы строили, артиллерия работала, хорошего мало. И как уже все отделили, нам нужно было проводить операцию, еще тренировать все подъезды, выезды, то есть, всякие люди там, разные шахты, они сами. И когда мы вошли, там мирные люди, вот так, с того года, что мы пришли, они просто разомнутся. Они разомнутся. Ну, вот эти вот, которые они, конкретно, можете эти подмечения? Ну, тут мне женщина сказала, говорит, там есть люди наши, которые, ну, наши жители, которые, часть их обезврежена, часть уничтожена. Вот. Ну и очень огромная часть, я скажу, конечно, к очень большому сожалению, ушла в мирные жители мы вывели, локализовали, так сказать, план формирования. Большую часть их обезвредили, к сожалению, часть их ушла на Донецк, они разделились на две или на три группы, ушла на Донецк, а другая часть ушла в сторону Кубанска, то есть по направлению. Наверное, решили разделиться. Меня поражает то, что, скажу вам откровенно, не знаю, либо это договоренность была, либо это еще что-то. Вы их даже не тронули. То есть им дали спокойно. Да, там была какая-то перестрелка, да, залила там ДНП, вроде бы там бюджет. Вот очень сильно ребята держались на этом самом. На поручение. На самом деле, это тоже очень сильно держали оборону. Досталось, я вам скажу, хлебануло нам крепко. В 2014 году, то мало, то много, там все по-разному, но первые девушки было не сладко, честно вам скажу. Вы много перегрестились, очень плохо осталось.
Ну, дай бог, вот видите, выжили, все нормально. Сейчас ребятам тоже нелегко. Сейчас вот 15-16 года. Сейчас идет, по сути, окопная война. Это Первая мировая, которая Германия в свое время была. Понимаете, идет окопная война. Брюки летают. Они нам закинут, мы им закинем. Ну и, к сожалению, к великому сожалению, очень много ребят на жизни. Вот у меня, понимаете, немножко волнуюсь. Не хочу сказать «был», потому что, как бы, честно говоря, ДНК доказала, что это был Иван. Вот. Друг воевал в аэропорту, со мной первый киборг. Вот. Они очень крепко там держались, и дали им, конечно, прикурить мощно. Говорит, лезли там и бородатые, и не бородатые, говорит, разные, говорит. Пытались нас спалить, но, в общем, последние слова в телефонном режиме, я помню, говорит, этих меня закидали гранатами, я ранен. Я говорю, Ванька, держись, мы сейчас, короче, передадим вызову подмога. Мы вообще-то далеченько находились, потому что мы находились, ну, как у нас принято говорить, да, Юрчик, гнездо. Гнездо раз, ну, у вас немножко на позициях там по-другому, а мы выезжали, работали по линии фронта. Гнездо находилось в одном населенном пункте, а вылетали, мы, как говорится, работали по всей линии фронта. То есть такая специфика была у нас служба. Вот, и последние слова Ивана, когда 1 октября, здравствуйте, мой дочек, по утренней. Включили позаведом, он позвонился с Иваном, он сказал, что Иван связь не хочет прерываться. Он был информацию, что попал в плен, вот, а тут какие-то тела, экструмировали, привезли. У него были два несгораемых жетона, тут такой сплав, я не помню, как он называется этот сплав, но он не горит, даже если при высокой температуре. Вот. Этих жетонов не нашли на том месте, когда собирали наши тела, тела наших ребят. Вот такая вот ситуация. Ну, мы думаем, что Иван все-таки живой. Я много ребят тоже, да, вот Кислик, вот Дюрана, еще должен видеть очень много ребят погибло. Ребят, я прошу, давайте почти минутой молчания, что? Здорово, моей жене, низкий поклон, она меня ждала сегодня, как бы тоже переживала. Хотя родственники в России есть, как бы там, ну, сами понимаете, да, такая щекотливая ситуация. То есть, ну, все-таки справедливость восторжествует, правда, возьмет свой верх, Бог он за все видит, понимаете. Ребятам хочу сказать, ну, не только ребятам, и девчатам, ребята, вот учите историю. Потому что тот народ, который не знает своей истории, он просто дает другим народам, понимаете, он становится навозом, и на почве этого навоза знает, что мы живем на этой земле. Много веков назад он защищал свои границы, оберегал свои жилища, оберегал свои семьи, оберегал свой народ. Я считаю, я выполнил долг полностью. Понимаете, я сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе, я, к сожалению, уволился по состоянию здоровья, у меня здоровье подбило, конечно. Вот. Ну, слава Богу, голову руку ногу не оторвал, живой. Мозги, конечно, скажу, после вот этих всех вещей у нас у всех не будет. Правильно? Ну, оттуда, туда не будет. Ничего страшного. Говорится, время лечит. Вам хочу, ребята, поговорить. Уважайте друг друга, любите, а мужчинам защищайте девчат и храните. Мы на вас надеемся. Потому что, может быть, ну, мы-то будем постараемся долго быть молодыми, да? Будем держаться, как говорится, на своих плечах. Но надеемся на вашу защиту. Спасибо вам большое. Дякую. Вопрос такой. Особенно, знаете, в Луганской, Донецкой области. Вроде нужно защищать.
А какую родину, что, где? Я очень просто отвечаю. Открывай свой паспорт. Что ты видишь? Гражданин Украины. Значит, твоя родина – Украина. Ты гражданин Украины. Раз ты гражданин своего государства, своей страны, значит, эту страну ты и должен защищать. Если ты, имея паспорт гражданина Украины, лоббируешь интересы другой страны, ты предатель. Мы все видели, да, фильмы там про Вторую мировую войну, да, как там к предателям относились. И не только фильмы, и от стариков слышали эти рассказы. Ну, вот они, вот, пожалуйста. Вот. Поэтому все очень просто. Ну, а пожелание, самое главное, ребят, мирного неба вам. Вот. Чтоб вы от фейерверков не приседали. Да. Не пригибались от петард. И спокойно спали ночью. Да. Как все, страх? Ну, как бы, я так скажу. Кто говорит, что не чувствует при этом страха? Или больной, вот, или врет. Может быть, врет сам себе. Ну, реально, всем всегда страшно, понимаешь? Когда ты становишься там на крае, знаешь, крыши, да, вот так. Ну, может, не чувствуешь страха, да, но чувство там охотвения какое-то есть, понимаешь? И вот что-то здесь ойкает, да? Вот то же самое. У всех есть чувство самосохранения какое-то, все хотят жить. Мысли должны просто освобождать страх. Еще есть место? А я старшей жене звонил по этому поводу. Так что скромничать не буду. Да. Валенки, дутики, теплая обувь, теплые носки, топливные пилеты, буржуйки. Ну, вон такое озвучил. Что-то еще ты знаешь? Ну, вот это озвучил. Я тут 13-14 килограмм. Ну, плюс боекомплект еще. 14 килограмм. От 12. Ну, бронежилет я смотрю. В принципе, по правилам, его нужно носить 4 часа, а потом снимать и отдыхать, чтобы спину отгрузить. Никто этого, конечно же, реально не делает. Все носят больше. Или вообще без него двигаются. Вот. Ну, да, да. Некоторые особо... Некоторые бывают любители 2 бронежилета одевают. Потом, как бы, им тяжело становится и без одного делать. Вот. Ну, тяжело. После этого, как бы, оно вначале незаметно, а потом начинается проблема. Вот у меня товарищ служит. У него проблемы со спиной, не знаю. У меня, может, тоже, собственно, я на спину грешу, значит, иногда 2 пальца снимать. Мне кажется, тоже это из-за спины, это броник какой-то. Ну, вот так, да. Особые... Стараемся. Ну, смотри, на самом деле, вот, особенно здесь подразделение в основном, это маленьким количеством и на большие территории. То есть зашли, что-то узнали, что-то сделали. Почему? Да, почему? Потому что там, скажем, 3, 4, 5, 6, 10 человек, они намного легче заходят, да, заходят, выходят, они нормально передвигаются. И 3-4 человека может зачастую сделать намного больше, чем, скажем, 200 человек. Потому что 200 человек нужно передвинуть, а 200 человек нужно одеть, обуть, накормить, водичку им дать. Без этого не станут. А 6 человек на себя нагрузили, пошли. Да. АКМ. 7,62 АКМ. Ну, пистолет Макарова дополнительно. Ну, еще корпус. Дополнительно.
И вставляю магазин, уже в кобуре. Да. Ну, если учебные стрельбы, то поначалу два раза в неделю были, а там как придется, там кто считал. Понимаете, там время как-то по-другому идет. Вот нельзя сказать, это день прошел, месяц прошел, там две недели прошло. И тогда можно за несколько часов пережить то, что в обычной жизни переживаешь там за полгода, там, не знаю, за год, не знаю, за полгода, за несколько месяцев. Иногда там один-два дня, они вроде как тянутся настолько долго, иногда час тянется настолько долго. Да. Сейчас спрашиваю. Очень тяжело. Тяжело было настолько, что я как крепатура, мышцы болели после тренировок так, чтобы присесть нельзя было. Сейчас? 6:30. Да. У нас подразделение сейчас именно туда не ездят. Поначалу у нас врач была, но она, скажем так, тренировок интенсивных не выдержала. Поначалу все было нормально, не выдержала. Он делает. У нас медик есть. Хорошо, да. Из еды 30 гривен входит 30 гривен. А список реально, который должен быть, очень большой. Я так назову, например, 250 грамм мяса, 150 грамм, по-моему, рыбы там входит. 30 гривен. Нет, это я говорю, если взять вот то, что положено, и, выходит всего, дается 30 гривен. Вот и все. Я хочу поблагодарить наших ребят, военнослужащих. Мы вам дарим скромный наш сладкий подарок, чай. Здоровья, чтобы их не съели, их достали, чтобы наша война вот это вот закончилась, чтобы нам было мирное небо над головой, задача детей – учиться, знать свою историю и снять свои задачи. А наш лицей тем сможет вам вот это помочь. Мы будем стараться. Ребята и преподаватели, большое спасибо вам, конечно, за то, что вы позволили нам пообщаться. Большое спасибо вам за вашу помощь, которую вы оказываете. Ребята как бы стесняются спросить и попросить что-то. Ну да, нужно вот нашу родину, нашу Украину, за то, что мы здесь живем. Давайте ценить то, что у нас мир над головой. Слава Украине! Спасибо.